сегодня обзор моего заказа прямо с кухни моей мамы, потому что либо я запишу свой заказ, либо я его вообще обзор такой не запишу никогда, потому что времени катастрофически не хватает. И первая моя покупка – это великолепные сережки, новинка каталога. Можете видеть, какой интересный камень. Мне они безумно понравились, и я уже много комплиментов поймала. У меня прежде всего рассматривала мама долго эти сережки. Пошла дочка, я даже не слышала как. Она схватила за сережки и говорит: «Мама, что это такое?» Я испугалась, она долго их рассматривала, ей понравились. Наверняка вы заметили мои колечки. Их я заказала моему ребенку, 7-летней Маришке, чтобы она играла. Когда начала их одевать вместе с сережками, поняла, что сначала сама наиграюсь ими, поношу эти колечки, потому что они являются такими трендовыми, модными, а потом уже отдам. Тут вы можете увидеть весь мой заказ, плюс продукты с прошлого заказа, о которых вам я сейчас расскажу более подробно, и мои отзывы о них. По распродаже в акции в разделе до 80% скидки, но, возможно, уже такого колье не будет. Красивейшие серьги, как они выглядят на самом деле и в каталоге. Их цена 599 рублей, я использовала 50% скидку. Шикарная акция, которой каждый воспользуется. Это продукты с 50% скидкой, гели для душа, мыло. Вот такой ассортимент мыл. И заказала себе в новую квартиру мыло и такую замечательную мыльницу. Она как раз мне подойдет под интерьер. Чуть позже покажу. Очень интересное предложение для наших детишек. Тачки и новая мана. Новая серия. Сначала я хотела заказать своему ребенку, но потом все-таки понимала, что мне нужна либо только туалетная водичка, шампунем мы уже пользуемся, я и пользуюсь шампунь с кондиционером, потому что волосы более ухоженные. И потом я все-таки перевела ее с разряда 7 лет, постарше. Я покажу, какую туалетную водичку я ей заказала. Мои любимейшие продукты — это серия Элео. Также покупаю часто, про запас, но всегда на место. Это мой самый любимый аромат, самый любимый гель для душа. Скажите, а вы заказываете себе такой продукт? Моя любимейшая серия. Я вам рассказывала, что я пользуюсь всего 3 сериями по уходу за волосами в Oriflame. Сейчас она идет 60% скидкой. Всегда заказываю по акции шампунь, кондиционер. Иногда про запас. Шелушивающий гель для душа, мята, малина. Но вот честно, не знаю, как вот кто-то покупает вот такие вот баклажки, их использует. Мне в прекрасно маленького объема хватает, но такие гели для душа, такие баклажки я покупаю, и мой муж думает на самом деле, что это пена для ванн. Он, ну, не стал я ему объяснять, почему в Oriflame нету последнее время пены для ванн, они не всегда продаются, а такие гели для душа замечательно справляются. Кроме того, он не читает, что написано в упаковке, он знает, если вот такая баклажка, значит, это пена для ванн. Скажите, а вы используете гели для душа вместо для пены для ванн? Практически каждый каталог, через каталог я покупаю зубные пасты, и сейчас мама попросила и заказала вот такую пасту. Стайлистый каталог. Безумно обожаю помаду, матирующая помада. Вы практически увидите на всех моих фотографиях, видео. Она у меня сейчас закуплена про запас. Я ее покупала, ну, с приличной акцией, и всем советую. То есть мои самые любимые оттенки — это освежающий розовый, лиловая орхидея, ну, вот два таких оттеночка. Это моя давняя любовь, стойкая минеральная основа Giordani World, роскошный атлас. Я не смогла устоять и заказать по замечательной такой акции. Потрясающая тональная основа. Сегодня я выбрала самый темный оттенок, потому что, в принципе, у меня есть палитра самый светлый, по-моему, вот такой оттенок. Я заказала вот этот. Почему? Потому что у меня сейчас идет загар, плюс море скоро будет, да. И когда мне нужен будет оттенок, я могу капельку светлого оттенка, капельку темного и смиксовать. Так на руке выглядит этот оттенок. Точечка не растушеванная, чуть-чуть растушеванная и уже немножечко побольше. То есть достаточно такой насыщенный оттенок. Он сейчас на данный момент на мне, на лице полностью, и в вполне устраивает даже сейчас. Мой must-have, мои любимые продукты, и однозначно эти карандаши войдут в топ-30 моих самых-самых любимых продуктов. Вот так они выглядят уже. Можете заметить, насколько я их часто использую, какой оттенок.
это темный и светлый оттенок я быстренько нарисовала примерно, как это будет выглядеть на коже, на бровях совершенно по-другому, но я использую сразу два оттенка. То есть сначала брови я делаю светленьким оттенком, потом темненький прорисовываю. Я ими довольна, и вы можете заметить, насколько довольна, поэтому я приобрела себе еще два карандаша. Хотя недавно была на них акция, она была незаметная практически в каталоге, я приобрела их достаточно по высокой цене, и когда увидела, что Вот за такую смешную цену по сравнению с 630 рублей, я, конечно же, еще приобрела про запас, потому что я знаю, что я буду ими пользоваться, пользоваться и пользоваться. Мне казалось, что я пользуюсь больше всего темным карандашом крашу, но, как показала практика, светлый карандаш превращается у меня в огрызок. Видео, где я подробно рассказываю о том, как я делаю макияж бровей. У нас вышла новая серия Гидра. Это увлажнение. Серии, как вы знаете, что неважно, какой вы серией пользуетесь, периодически нужно пользоваться сериями, которые делают максимальное увлажнение. И в прошлом каталоге я приобрела по акции, со скидкой, это было очищение, тонизирование. Также была акция: при покупке любого дневного крема, любого продукта, вы получаете крем для век в подарок. Я воспользовалась этой акцией. Крем невероятно обалденный. Я чуть позже скину отзыв об этом креме. Аромат самый лучший, мне кажется, который есть в Oriflame. Безумно приятный, нежный. Я влюблена в этот аромат. И он мне сейчас все серии перекрыл, покорил. Я использую только эту серию. Эта серия была бы не полной. Почему есть? Это матирующий крем. Это серия Гидра. Это матирующий крем не с этой серии. Это Гидра. И в этом каталоге сейчас потрясающая акция. Гель для умывания в подарок при покупке любого продукта. Например, дневной, ночной крем. Поэтому я приобрела себе ночной крем. И гель у меня вышел в подарок. Вы покупаете продукт. И за 379, грубо говоря, да, этот гель вам выходит в подарок. Есть также серия для сухой кожи. Вот стоит этот увлажняющий крем для век. 1 сентября, и мы идем в первый класс. Я хотела бы поздравить нашу учительницу. Кроме того, у нее 29 августа будет день рождения, и заказала ей вот такую замечательную серию. Это одна из моих любимых серий. Точнее как, это серия возраста 40+, но я ей пользовалась, мне ее подарили. Где у нас на Валенсии подарили эту серию, я использовала только в тех моментах, когда мне нужно быстро восстановить кожу. То есть, например, я недельку попользовалась либо перед поездкой, либо после поездки, затем откладываю на месяц, пользуюсь своей любимой серией, чуть меньше там возраст и коллаген. Серия, которые предназначены по возрасту 40+, например, а если вам 35, рано или поздно, и навредит ли такая серия? Ни в коем случае нет. Мы спрашивали этот вопрос у Алена Мавона. Это ученый, который разработал эту серию. Он говорит, что если вы будете пользоваться такой серией, ни в коем случае она вам не повредит, ничего плохого не будет, но она будет работать для вашей кожи ровно столько, сколько предназначено для вашего возраста. То есть максимально это какое-то легкое какое-то увлажнение, но, например, если вам подтягивание не нужно, или там, например, девушка пользуется в возрасте 20+ этой серии, то есть в возрасте 20 кожа возьмет ровно столько, сколько ей нужно. То есть остальные компоненты будут просто не работать, это будет бесполезно, деньги на ветер, но ни в коем случае вашей коже какого-то вреда это не нанесет. Поэтому, когда я чувствую стрессовое состояние, моей кожи, она выглядит уставшей, тусклой, я периодически пользуюсь вот эти вот ком. А вы как считаете, учителю понравится такой подарок? Или если кто-нибудь вам бы подарил? Всегда в моих заказах это витаминки Wellness и коктейль, но сейчас у меня заказано только для меня витаминки. Почему? Потому что супругу я сделала очень много запасов и оставила в Омске. Маме тоже я заказывала много, они у нас лежат в коробочке. Так же, как у меня про запас есть витаминки, поэтому это я пропустила сейчас в заказе. Помните, я вам говорила, то, что не заказала ребенку туалетную водичку.
Мне безумно-безумно понравился вот этот аромат. Я его заказала в пробнике. Он мне напомнил. Мне было, наверное, лет 20, я листала журнал Cosmopolitan, и там была новинка с невероятно похожим, свежим, потрясающе такой легким ванильным каким-то запахом, с кислинкой, ароматом. Я влюбилась, и всегда этот аромат у меня ассоциировался с роскошью, с таким дорогим гламуром, запах глянца. И когда я услышала этот аромат у себя на руке, нанеся на запястье, он мне понравился. Но когда я увидела, что это все-таки парфюмерный спрей для тела и стоит, ну, 299 рублей, считайте, что для аромата это, ну, копейки. Поэтому я решила поиграться, немножечко побрызгаться. Как только мне надоест, думаю, этот аромат, я передарю его дочери. И дочь, когда узнала об этом, говорит: «Мама, мама, ну когда ты мне подаришь? Давай сейчас». Я говорю: «Нет, когда пойдешь в школу». Она говорит: «Хорошо, мама, давай, когда я получу 6 пятерок, ты мне его подаришь». Я говорю: «Ну, посмотрим». И когда я сейчас им брызгаюсь, она говорит: «Мама, пожалуйста, не пользуйся моим ароматом, давай я быстрее заработаю 6 пятерок». И вот я думаю, а правильно я сказала, лучше бы чуть позже сказала, взяла и подарила, подарила. Сейчас дочка переживает, я же, потому что мне безумно нравится этот запах, я им еще не наигралась, и я ей пользуюсь именно как туалетной водой. Скажите, а вы покупали этот аромат? Если вам понравился, тоже, пожалуйста, напишите ваш отзыв. Я не пользуюсь летом кремами для тел, потому что они мне кажутся, ну, вот, слишком плотные почему-то. Но гели вот такие, такой легкой текстуры мне нравятся. Мисс Джордан я пробую первый раз. И аромат легкий-легкий, ненавязчивый, легкая текстура. И мне кажется, чуть-чуть такое благородное сияние имеет после этого оттенок кожи. Но после него кожа невероятно мягкая, хорошая, такая бархатистая. Мне понравился. Листая каталог, увидела серию Мэн, сразу улыбнулась. У меня делается ремонт в квартире, и в прошлом каталоге было по распродаже мыло. Мыло такой серии. Я взяла и оставила для того, для мастеров, да, чтобы они его использовали. Мне буквально за 3 дня до окончания каталога звонит мастер, говорит: «Ира, я все забываю сказать, боже мой, какое божественное мыло с этой серии, мне так оно понравилось, пожалуйста, закажи». Я говорю: «Ну, Ром, ну я уже сделала заказ, все, мне не выгодно, что за одного куска мыла, там оно 59 рублей стоит, я, нет, я не буду». Говорит: «Нет, нет, ты не понимаешь, мне нужно 10 таких кусков мыла, а там же еще гель для душа есть или еще что-то, расскажи мне что». Я понимаю каталог, в общем, в общем, что? Он мне заказал по телефону сразу 15 кусков мыл, 3 шампуня, шампунь-кондиционер, 3 пены для бритья и туалетную воду Глэш. Это по телефону, только попробовав аромат вот этой замечательной серии. Поэтому так вот давайте пробовать своим гостям, знакомым. Я думаю, что они также влюбятся в эту замечательную серию. Страничка увидела этот аромат. Мне мама сказала: «Пожалуйста, закажи мне этот запах». Я ей привезла вот таких 2 аромата. У меня были компании Reflame. Раньше это был один из самых любимых ароматов. И когда мне спрашивала компания, какой запах вам нравится, я говорила «Эклад». И у меня 2 аромата с гравировкой топ-лидеру компании Reflame из консультативной группы России и топ-лидеров новосибирского филиала. Прям 2 таких аромата я чуть поиспользовала, потом сейчас маме подарила. Мама, когда мы делали заказ, мы увидели эту картинку, и я забыла сделать вот так. Потому что здесь обалденный специально смягчающее средство с черничным ароматом. Собиралась сделать заказ, забыла. Так же, как и хотела заказать крем для рук, облепиха. Ну вот, зациклилась, потому что мы долго смотрели лаки, мы не могли определиться, какой лак нам нужно делать заказ. И вот заказали таких 5 лаков. С тем учетом, что у меня уже были практически все оттенки этого лака, они у меня еще запакованы в чемодане, я просто не могла оставить их, безумно люблю в наши лаки и редко, очень делаю редко гель-лак,
Да, это удобно, но как-то вот привыкла со своими ногтями. Кстати, их уже снова нужно обрезать. Вот такие ногти благодаря нашим витаминкам. И вот этот лак, вы наверняка спросите, что это за лак? Его здесь нет. Это была акция прошлого каталога. Вот этот. Ну вот это, в принципе, весь мой заказ по прошлому каталогу. Ой, еще где-то я пропустила спрей, дезодорант для тела есть. И следующий каталог у нас обещает супер новинку впервые в Oriflame с новой технологией влагостойкая тушь, которая смывается без специальных средств. Нам ее показывали уже, анонс очень интересный. То есть, если у вас холодная водичка, то ни в коем или вы плачете, она никогда не смоется. Но как только вы прикасаетесь до ресничек, даже без очищающего средства теплой водичкой, тут же формула начинает смываться. То есть такая вот интересная новиночка. Я думаю, что много-много будет заказов по этой серии. Ну, это, в принципе, все. Всем успехов. Пока-пока.